Подмосковье проходит всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов. По правилам принимает слет команда, которая очень хорошо показала себя в предыдущие годы. Воскресенские кадеты добились высоких результатов в Ростове и Анапе, поэтому именно их город стал местом очередной встречи школьников в военной форме. Кроме российских команд, показать себя приехали ученики из Казахстана. Открытие состоялось возле Ледового дворца. Началась программа с праздничного построения, после чего команды под звуки оркестра направились к вечному огню, чтобы возложить цветы. Конкурс всегда проходит в мае и приурочен ко Дню Победы. Когда учишься в кадетском классе, появляется очень много выбора для своей будущей профессии. Это службы в МВД, в МЧС, в пограничных войсках. Мы общаемся по интернету, по социальным сетям, иногда через сообщения и все. А так большинство приезжаем и командами собираемся, разговариваем.